Парковые зоны и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни не только крупных мегаполисов. Парк между вторым и третьим микрорайонами – одно из любимых мест для проведения досуга краснолучан. Здесь предусмотрены комфортные зоны отдыха для жителей любого возраста. Самые маленькие краснолучане любят резвиться на детской горке и качели. Тинейджеры и юноши поддерживают свою форму и развивают тело на спортивной площадке. А в тени раскидистого дерева часто можно встретить мужчин, играющих в домино. Кроме того, в этом парке нередко организовываются и массовые гулянья. Так, есть где-то бородатики? Ну а мы поддерживаем наших участников! Этим летом по инициативе администрации в парковой зоне сотрудники коммунального предприятия ДРСУ под руководством начальника управления ЖКХ Олега Бабченко установили 5 новых лавочек, разместили декоративные вазоны. Также коммунальщики произвели покос и уборку травы, обновили покраску детской и спортивной площадок, облагородили пешеходную зону. Новости телеканала «Луч».